прежде чем я начну свою распаковку, хотелось бы вам порекомендовать одну группу ВКонтакте. Группа называется «Качественные товары Алиэкспресс». Группу ведет молодой человек, зовут его Владимир. Я давно его знаю. И мне нравится его целеустремленность и усердие, с которым он подходит к делу. Не так давно он создал свою группу. Также он мне помогал с моей группой. Ну и мне, в свою очередь, хочется его как-то благодарить и поддержать в его начинаниях. Владимир ищет продавцов с хорошим рейтингом. Подбирает интересные и качественные товары у них с хорошими отзывами покупателей и размещает их в своей группе. В общем, если вас заинтересовало, заходите и вступайте в его группу. Ну, я думаю, не пожалеете. Много интересных товаров у него там есть. Ссылка будет в описании. Давайте поддержим парня. Он, в свою очередь, будет нам всем благодарен. Ну, а мы, в принципе, переходим к распаковке. Друзья, всем привет! Пришла сегодня мне вот такая вот посылочка. Ну, как вы поняли из названия видео, здесь в посылке у нас находится коврик для мышки. И коврик вроде как должен быть синего цвета, точно не помню, какой-то синий, темный вроде как. 21 день шла посылка, 7.31 в долларах, 508 рублей. Такой коврик не обошелся. Ну, зачем купил? Это как бы я заказывал для старшего сына. Ну, попросил жена заказать ему коврик. Говорит, что в магазине здесь они стоят в два раза дороже. Ну, сейчас посмотрим, что там за коврик у нас. Он должен быть 60 на 30. Как бы его скрыть и не порезать. Здесь, наверное, давайте сбоку отрежем потихонечку. Так, вот он показался, наш коврик, да, синего цвета, как мы видим. Палки. Так, вот такой вот коврик. Какой-то. Есть какой-то такой резиновый запах. Сейчас это все уберем. Шлак отсюда. Так, ну вот. Вот. Я так понимаю, вот этой стороной. Вот такой вот коврик. Ну да, примерно как раз он 60 на 30 есть. 3 мм толщиной, как заявлено у продавца. Ну, вот это вот, думаю, края отлежится все это. Если честно, даже не знаю, какой-то стороной пользоваться надо. Ну, по всей видимости, вот это и вот, наверное. Вот это такая более грубая. Вот это более гладенькая такая. Ну, вот такой вот у нас коврик. Ссылка, ребята, будет в описании. Если честно, не знаю, зачем такой здоровый нужен. Он как бы тут на пол стола у меня, вот, по крайней мере. Ну, не знаю. У него стол чуть побольше, чем у меня компьютерный. Ну, в принципе, сделан довольно-таки качественно. Ну, не знаю, пропадет со временем вот этот запах такой. Резина пахнет не вонючий, а пахнет, ну, резиной пахнет. Так что вот, ребята, ссылка в описании. Если кому-то будет интересно, заказывайте, переходите по ссылке. На этом, в принципе, все. Как бы особо тут больше показывать нечего. Коврик да коврик. Ну, если только попороть, как на нем мышка скользит. Давайте еще вот такую вот возьму мышку. Ну, скользит, в принципе, нормально. Ну-ка, на этой стороне. А на этой уже не скользит. Ну да, она получается, вот она, как бы прилипает к столу, получается, та поверхность. И коврик не двигается. Ну, в принципе, нормальный коврик, что сказать еще. Больше сказать особо-то нечего. Ну, на этом, наверное, все, ребята. Ссылка в описании, повторюсь. Переходите, покупайте, если кому-то нравится. Там еще есть другие цвета. Кому-то может все, что понравится там. Ну, это, в принципе, все. Пока-пока. Увидимся.